Ребят, всем привет. Короче, с вами я, Леон. И мы сейчас гуляем. Я хочу вам пояснить, что будет в этом влоге, который вы сейчас смотрите. Мы ходили в Орех. Попали первый раз в чудо-парк. Ну вот. И я думаю, он получился нормальным. Кстати, Роллс. Короче, я думаю, он получился нормальным. После влога, дождитесь окончания этого видео, там будет еще одна маленькая подсказка. Там будет всего 6 частей этого влога. Так что ждите. Ой, смотрите. Просто я сегодня уже отредактил. Там остался только вывод. И вот эту вставочку сделал. Все, ладно. Сломали вот эту камеру, на которую я сейчас снимаю. Короче, ребят, если темно или наоборот светло, то извините, потому что я, во-первых, меня снимают с сосушкой, а во-вторых, я отъебал шлейф экрана. Так взял и отъебал. Верчу. Я, короче, его снял случайно. Я его вставить еле-еле пытался, не смог. Пойдем с ним. Короче, когда у меня, ну то есть я сегодня сделал камеру попробовать, я не знаю, что с этим шлейфом, я не знаю, меня вообще слышно, интересно. Короче, я не знаю, что с этим шлейфом, я смотрю его, вскрою снова, настрою этот шлейф, прилеплю его к экрану, как надо, потому что он сейчас вообще не прикреплен, там болтается все внутри. Я теперь могу только видеть по огоньку. Это что меня снимает? Короче, как разберусь, будут новые влоги. Сейчас мы, кстати, идем в Алшан. Я все равно буду снимать, даже без экрана, но если там качество что-то не то, пожалуйста, извините. Я не знаю, вообще звук есть. Трех я там что-то из микро делал. Не, снимаю. Меня он еще подсвечивает. Короче, сейчас дойдем до моста, на котором мы были на дне города, когда в третьем влоге. И там начнем, точнее даже продолжим. А может и раньше продолжим, я не знаю. Наверное, так, где-то раньше. Я еще не вытерплю. А, кстати, я потом еще на мосту, когда пойдем, я вам расскажу, зачем я все-таки разобрал камеру и случайно этот шлейф отцепил так, что фиг его приклепишь. Когда поедешь на мосту, я вам все расскажу. Ну, или до моста. Посмотрим. Ребят, короче, я знаете, что подумал? Я сделал две части влога. Давайте сейчас закончим эту часть. И вторую прям следом за ней выпущу там через час где-то на YouTube сразу. Одна эта выходит, вы ее смотрите, оцениваете. Она будет ЗОЖ называться. А вторая будет называться, наверное, поход в Ашан или что-нибудь такое. Короче, я делаю просто две части, потому что мне неудобно. Я делаю как бы один влог. Сейчас какой у меня получается? Влог номер 5 или 6 получается. Я его разделю на две части. Влог 5. Ну или там, ну да ладно, допустим, 7, ладно. Влог номер 5, 7, да. Первая часть. И следом за ней вторая часть сразу выходит. Ну, не сразу, конечно, через полчаса. Короче, я сначала одно рендерю и выкладываю, потом второе. Рендерю и выкладываю. И заодно про камеру я расскажу. В следующем влоге. Заодно поменяю аккумулятор, чтобы наснимать побольше. И там темно. Я думаю, сейчас вот мы дойдем до этого столба. И я кончу с ним. Пока, потому что здесь очень шумно, здесь очень много машин. Влог, я думаю, начнется с моста. С
второй, потому что я сейчас как раз после того, как мы залезем на мост, я вам расскажу, как по мосту будем идти, я вам расскажу, как я камеру чуть ли там не все сломал. Она у меня сейчас снаружи, она так нормально, внутри она там вообще писец полный. Эти деревья. Ну, прикольно сделали. Интересно, они не боятся, что они все сопрут? Ну, короче, ладно, все. Короче, я думаю, первая часть этого влога подходит к концу, так что ждите второй части. Она выйдет прям ровно через час после выхода этой. Но я думаю, я ее выложу ночью, поэтому вы уже утром обе части увидите. Поэтому не буду даже прощаться, потому что я сейчас скоро продолжу. Так что ждите.